Вы тоже любите рисовать, как и я? Тогда мы можем сегодня попробовать наши рисунки. Мы будем сегодня рисовать шоколадом. И нам понадобится ваш любимый рисунок. Скотч, чтобы прикрепить рисунок к доске. И пищевая пленка. И еще зубочистка, потому что мы не можем рисовать кисточками. И мы будем рисовать шоколадом. И сперва нам нужен коричневый. И мы делаем все по линиям, по черным линиям. Картинку я ее обвела шоколадом, и он должен полностью застыть. Но это не очень красиво получилось. И последний этап, мы должны залить это шоколадом, белым шоколадом, и поставить в холодильник. Когда наш рисунок застынет, я вам покажу мою новую крутую игрушку. Это летающий шарик. И он светится. Ой! И он очень хорошо может ударить. Ой-ой! Если она упадет, это ничего страшного, она не разобьется. Сейчас она упадет. Ой-ой! Она упадет. И она вот так у меня дальше летает. Она летучая, там летучая, летучая. И она полетела. Опа! Это будет плохо, если она ломает лампу. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Ну, у меня она не супер получилась. Это, конечно, ничего страшного. Вот такая она у нас получилась. И я еще тоже одну сделала. Это была осьминожка. Они очень вкусные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Илона. Я прощаюсь с вами. Пока-пока.